смешного в жизни очень-очень много. Из дома выйдешь, весь день хохочешь. На сцене Трушкин, юморист от Бога. Ему найдется, что почитать. Один я сейчас остался, совсем один. Старуха моя того уехала к сестре. Сестра у ей сильно болеет каждую осень. Телеграмму шлет при смерти я. Лет 40 уж помирает. Говорю ей, что ж ты, поганка, делаешь? Я и так об одной ноге. Ты опять норовишь сбежать. А куры на ком? А корова? А поросенок? Я договорилась. Договорилась она. Вот что творит падла. Думаю развестись. А на что она сейчас? Все уж. А ты их сейчас одно беспокойство. Зуб у ей летом болел. Думал, в гроб лягу. В раз заболел. Днем ходил, ничего, все зубы на месте. Ночью дергаться стало, дергаться и дергаться. Что ж такое? А ну, встал, свет зажег, раздул, у ей лицо не признаешь. Ей-богу, уже пошло на мою подушку. Помираю, помираю. Чего, говорю, несешь, кто от зуба помер? Сестра-аферистка 40 лет никак не помрет. И ты туда же. Что я тебе, 4 утра, куда я тебе, кого чего? Спи, знай. Утро мой рот на бок, язык не пролазит. Так ты говорить не поймешь, что. А тут вовсе мы-мы. Чего мы? Дескать, в больницу ее отвези. Сейчас. С утра кровельщик обещался подойти насчет синей. Изгородь на задках покосилась. Козлы править надо. Я все брошу, в больницу попрусь. Туда 5 километров, да обратно 6. 56 километров. Бензин дороже молока. Кто повезет? Легче без зубов жить, ей-богу. А на что они? Цены сейчас такие, все одно ничего не укусишь. Куда я поеду? Зачем? Кого? Чего? Пошел, машина в разгоне все, и лошадей нету ни одной, ни одной. Какая и где, и что теперь делать, и где взять? Она: мы-мы. Говорю, замолчи, не трепли невров. Замолкла, еще хуже не поймешь, живая нет. Потрогал, теплый еще. Плохо ходить не может, силится встать, а ей в голову отдает. А что я тебе, куда и кого чего, и что я могу сделать с одной ногой? Пошел в сарай, от Ирки коляска осталась, от внучки. Крышу проели крысы, сиденье крепкое. Что ему, весной навоз только возил, и все. Солома бросил пучок, подогнал к крыльцу. Теперь ее перетащить надо, а в ей пудов 6. Ей-богу, в сестре 6 и в ей 6. Аферистки. 6 пудов целиком не поднять, не, только частями. Соседку кликнул, подтащили как-то. Хорошо крыльцо высокое, прямо перевалили в коляску. Немецкая коляска, рассчитана все на 6 кило. Тут 6 пудов, колес не вертится. Смазал солидолом, соседка над душой стоит, ахает. Стерва. Нашла, когда ахает. Костылем отодвинул ее по спине. Куда ты лезешь? Что ты ахаешь? Помогла, пошла нахрен. Отъехали с километр. Дождь. Ни одной тучи на небе. Откуда дождь? Соседка подгадила. Ей глаз дурной. Куры дохнут. Хорек, хорек. Какой хрен хорек? Чуть ветер, с ее стороны дышать нечем. Вы, даже колорадский жук не держится. У всех путных людей картошка облеплена, у ей ни одного. Льет и льет, дождь конца нету. Глина под ногами, слизь. Ее пиджаком прикрыл сам до нитки в 1 минуту. Ну, едем. Кто едет, конечно, кто идет. Навстречу Олюшка, спекулянтка, тащится. У ей зять у нас с краю живет. Ванька, ты не помнишь, давно уж было. За бутылку взялся голым вдоль деревни пробечь. Голым за бутылку. Я б за 2 не взялся. Да и куда я с 1 ногой? А мужики подгадали в аккурат, бабы вечером коров гонят с того конца. Загнали его в крапиву и измуздыкали так. Прибежал, не поймешь, где зад, где вперед. Так вздулось все. Рот нашли, тогда определили, где зад. Олюшка навострилась сразу. И что везешь, спекулянтка-собака? Что, а ты не знаешь? Сейчас назад объявили по радио.
старух порченных меняют на телевизоры. Шутишь? Какие шутки? Она под пиджак глянула, моя там мы-мы. И это готовые тоже мы-мы. Говорю, что ты топчешься, собака, дуй бегом. Банька тебя заждался с коляской. Разворачиваться, как дасть ходу назад. Эй, подмогни хоть маленько. Иди, ее не видно уже. Иду кое-как ковыркаюсь. Вот он мосток-то, где Петька Шестков рук сломал. Девок пугал. Девки сзади шли, он забрался под мосток. Подходят они, он, у! У их сумка с солью пуда на два. Ух, вниз по башке ему. Он во враг и боком об корень березовый. Два ребра погнул. И руку сломал через месяц где-то. Вот он, мосток-то. Чего сейчас перевернемся? Ей-богу, перевернемся. И что делать? Объезда нету. И что я? Куда и кого чего? Бросить сюда, развестись к чертовой матери. Она мы-мы. Дескать, не бросай. Я, дескать, за тобой горшки носила, когда ногу потерял. Дескать, посидела через тебя. Ну что, и дети на ней были, и я взвалился. Говорю, что было, то прошло. Прощай на всякий случай. Костылем уперся, тормозил, как съехали, не пойму. Мосток перешли, теперь вверх. А куда я с одной ногой? Что я, кого чего, не подняться мне? Выперся как-то, ноги не держат, тащусь дальше. Слышу хруст. Что это? Костыль треснул. Ложись, помирай. И тут коляска как задергаться. Все, думаю, агония у ей началась. Заплакал, ей-богу. Чего же, 40 лет прожили. За сорок. Поворачиваюсь попрощаться, пока не остыла. Она смеется, лежит. И вот все у ней так. Когда сгорели в 60-м году, стоим в исподнем у головешек, она смеяться давай. Думала, рехнулась. А это в ей, знаешь, поперек судьбы, чтоб ума-то нету. А мне какой смех, на култышке 3 километра. Быстрее на пузе вокруг земли. Ну, пришли. Врач что-то на месте оказался. Молодой еще, трезвый. Ума-то нету. Сразу руки мыть, инструментов ей в рот натыкал. Чик, готово. Она, ой, он, все, следующий. В Москве учился. Ума-то нету. А у ей, видишь что, в десне рыбья кость застряла. Так жрать гораздо. Я-то сижу подо мной лужа, с чего натекло, всем не объяснишь. Костыль сломал култышку и стер в кровь. А в следующий раз у ей баранья кость застрянет. Не помирай. Думаю, развестись. С утра ухлестала, когда будет. А ну, дождь, а ну, пожар. Что я один? Куды? Кого? Чего? Дура чертова собака. Кто это там на дороге показался? Глянь, не моя.